ЕСВЦ – это шанс собраться всем вместе. Море эмоций. Самореализация. ЕСВЦ – это возможность посмотреть мир. Чемпионат мира. Это очень круто. Это ЕСВЦ. Надо смотреть в камеру. Это второе и третье место. Да, главное событие года. Что значит для меня ЕСВЦ? ЕСВЦ для меня значит встреча с друзьями. Да и все, нет, не сдавайся, я играю, чисто чтобы поиграть. У меня ЕСВЦ это эмоции, хоть я не участник, но я смотрю ФИФУ для того, чтобы поддерживать других людей, и для меня это как смотреть реальный футбол. Уа вышел из своих владений и забрал мяч. Квадрадо, перевод на Вильяна. Хорошо, Вильян с мячом протаскивает мяч. Чё, куда идем? Отлетел мяч так, что могло быть как минимум опасно. Опасно и получилось, потому что Бензема выиграл игру в воздухе. Иск с мячом. Бензема в центре. Роналду нет. Вильян прыгает, бочком мяч пропускает, и мяч уходит. И первое место получает у нас Сергей Никифоров. Мы пишем.